человек без возраста появился в одной из нижегородских школ. Так своего коллегу и преподавателя называют сами учителя и ученики. Дело в том, что Геннадию Агееву уже 80 лет. Несмотря на почтенный возраст, он полон сил. Подробнее Александр Алешин. Геннадий Константинович последние 60 лет, что работает в школе, на месте усидеть не может. Все упражнения и все движения он показывает своим ученикам сам лично. Просунь кольцо. Показываю еще раз. Начали. Он преподавал моей бабушке еще, когда у меня бабушка училась в этой школе. Подтягиваешь 6 раз, ну, где-то надо показывать. И волейбол, и баскетбол, и гимнастику на снарядах, и легкая ответственность. Стараюсь держать себя в форме. Ему действительно 80 лет, и у нас даже все рассказывают, вот они едут в одном трамвае, он выпрыгивает с трамвая и бежит. Вот бежит в школу. Не курю, не пью. Совершенно. Ни спиртного, ни курила. И детей пытаюсь к этому приучить. Многие в таком возрасте уже лежат, а вот наш учитель, он преподает. Может показать, как там правильно делать какое-либо движение, как правильно мяч кинуть. Начали. Постоянно в движении. В росте, так скажем, это наш ветеран, наша надежда, наша опора. Это наши учащиеся, выпускники школы, среди них мастера спорта, кандидаты, мастера, чемпионы Союза. Среди них есть мир, Европа, Олимпийские игры. Просто сделал все, чтобы ребята стремились к этому. Мы называем его человек без возраста. Это человек, который заставляет и нас забывать о своем возрасте, потому что мы вместе с ним играем и в баскетбол, команда учителей, команда детей, баскетбол, волейбол. То есть он поставил свой предмет, физическую культуру, во главу угла. Ну, меня вообще-то, наверное, дети воодушевляют к этому. Когда всю жизнь с детьми... Я ведь не ради денег уже. Школы... Школа моя родная, куда я без нее, я не знаю. Я не представляю себе, что вдруг меня и нет в школе. Ребята, движение – это жизнь. Живите дольше. До свидания.